Значит, почему не стоит покупать наши автомобили? ВАЗ. Смотрим пробег. Новая машина, пробег 4885 километров. В машине несколько месяцев всего. Значит, первое, самое главное. Они сделали вот эту вот коробку, вот гребаную. Очень-очень нежный. У меня 17 лет за рулем. Я ездил на разных машинах. И на 14-х, и на... начинал я вообще с Opel Kadett, и на иномарках на автомате я ездил. Сейчас у меня две машины, у жены Solaris на автомате шестиступенчатый. Я не захотел брать 300 тысяч в долг и купил вот, вот это говно. То есть, если раньше у них были коробки неубиваемые, то сейчас вот за эту машину у меня жена села. Я попросил ее переставить автомобиль. Она не выжила сцепление, начала включать заднюю передачу и хрустнула. Хрустнула и своей женской ручонкой, а весит у меня жена 55 килограмм всего, довольно, при довольно высоком росте, своей хрупкой ручонкой она расхреначила мне всю коробку. Заменили все, заменили шестеренки задней передачи, передней передачи, второй, все, короче, все, и центральные, там этот шестерню заменили. Короче, на 12 тысяч ремонт мне стало, и это не гарантийный случай. Потому что у них на заводах ВАЗ предписание. Я говорил, как так вообще, как, блядь, можно, извиняюсь за выражение, сломать рукой женской, ладно, там, я не знаю, там какой-нибудь качок бы там вообще без сцепления бы херачил бы назад. Как можно женской рукой, не до конца выжав сцепление, сломать вдрызг заднюю, не заднюю, а вообще всю коробку. Ну это ладно, это минус 12 тысяч. Дальше. В этой гребаной машине скрипит все. У меня до этого была Лада Гранта на автомате. Она отъездила 7 лет. За 7 лет она начала греметь. Но то, что сейчас они выпускают, это вообще бред. Гремит вот эти вкладочки, вот это все, сука, это все шатается, это не видно, но когда ты едешь, это все шатается. Вот это все говно, вот эта вот вкладочка, эта вкладочка здесь, эта вкладочка вот она здесь, вот она, я не знаю, я пока покажу, не покажу, вот, подождите, попробую. На видео не видно, а это все говно шатается. Дальше, слушайте, внимательно, смотрите, это новый автомобиль, нет 5000 пробег, смотрите, видите, я ручку беру, да, вот смотрите, новый автомобиль, слушайте. Какой звук, да? Мне прям нравится, да? Колонка дребезжит. Я внутри лазил, я не стал открывать обшивку двери, открывал только эту херню, не смог ничего сделать, я не понял, не знаю, что там гремит, там что-то гремит. Дверь, значит, вся дверь целиком, вся вот эта дверь, она, я смотрел вот этот замок, он крепко стоит, но тем не менее дверь, она вот по этой херне, вот здесь по резинке, вот тут это ходит вверх-вниз при езде. И сами понимаете, что когда она ходит вверх-вниз, она визжит. То есть дверь, она не... Дверь ходит ходуном, когда машина едет. И машина, и дверь пищит. Короче, у меня был выбор, я повторюсь. Взять 300 тысяч взаймы или в кредит и купить хотя бы Солярис. Но я решил не брать долгов и купил это дерьмо. Я жалею о своей покупке, абсолютно. Абсолютно жалею. Не берите русские автомобили. Наша гарантия ни за что не отвечает. У меня у знакомого двигатель стуканул. Он ничего не делал. Новая машина была, у него двигатель стуканул. Я не помню, какая у него машина была. По-моему, у него этот был... Господи, Приора у него была. Когда он пришел по гарантии, ему сказали, ты не следил за маслом. Господи, ну разве можно каждый день следить за маслом? И стуканул он не из-за того, что там масла не было. У меня с коробкой произошла фигня. То есть машины должны как бы идти там, да, там, на них учиться должны, там в автошколы они должны. То есть такие коробки будут просто разлетаться в автошколах. То есть если там девушка врубила ее... Это машина хлам. Я жалею, что я купил. Больше русский автомобиль я брать не буду. Раньше у меня была всегда лучший автомобиль новый, чем бэушный. Даже лучше пусть будет новый, но наш. Теперь нет. Теперь даже лучше не то, что я там 30 тысяч там в кредит или взаймы не взял. Лучше бы я за 550 тысяч бы взял бэушный Солярис. Вот реально. Либо какую-нибудь другую машину, иномарочку. Но наши новые — это автохлам. Прям
я не знаю, ограждайте людей, ставьте лайк под этим роликом, комментарии прям кучу всякого пишите, изливайте свою душу. И пусть каждый узнает, что наша машина — это автохлам. Прям вот конкретно. И ни хера не выгоднее она получается, пацаны. Не выгодней. Все, ребят, спасибо. Пока всем.